Всем привет! Лето с нами попрощалось, а вместе с ним скоро уйдут и теплые деньки. И все больше времени захочется проводить дома под теплым пледом и на уютном диване. А об этом лучше позаботиться заранее. Тем более, что именно сейчас всевозможные сайты предлагают диваны по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При выборе дивана важно понимать, как вы будете его использовать. Обратите внимание, как вы сидите на диване, полулежа или с прямой спиной. Если вы сидите на диване с прямой спиной, диван нужен жесткий, с плотными вертикальными подушками и, возможно, с деревянными подлокотниками. Основу дивана, раму обычно делают из бука или березы. Это похожие сорта древесины, отличающиеся долговечностью и надежностью. Для рамы используют либо массив, либо делают ее из составных частей. Массив, понятно, дороже, зато и прослужит дольше. Основными наполнителями для сидушек дивана служат либо пружины, либо поролон. Ошибочно считать, что пружинные диваны лучше. Для пружинной начинки дивана необходимо большое и массивное основание, которое никак не поместится в небольшой диванчик, если таковой вам необходим, исходя из интерьера. К тому же со временем пружины могут вылезти наружу. Оптимальным выбором станет диван с сочетанием нескольких слоев синтетических наполнителей. Внутри твердая основа из полиуретана, выше мягкий материал. На сайте HOF угловой диван кровать Атланта сейчас можно купить со скидкой в 24% за 24 999 рублей. Его прежняя цена 32 999. Есть выбор цвета серый, синий и бежевый. Диван оснащен прочным механизмом трансформации «Дельфин», рассчитанным на ежедневное использование, обит рогожкой, которая хорошо поддается сухой чистке, анатомический материал – пенополиуретан. Он не проминается и легко восстанавливает форму. На сайте Мехков диван Монако сейчас можно купить за 132 590 рублей. Размеры спального места 194 на 150. Обивка желтого цвета. Механизм тик-так. Обивка микровелюр. Есть два бельевых короба. В комплект входят две подушки. Произведено в России. На сайте Яндекс.Маркет угловой диван Arjuna Staberg сейчас можно купить за 23 411 рублей. Механизм трансформации «Дельфин». Есть бельевой ящик и мягкие подлокотники. Стильный и эргономичный вариант для оформления и оснащения любой гостиной, спальни и даже офиса. Его универсальный формат и угол, кроме значительной экономии пространства, всегда позволяет изменить конструкцию и установить на новое место. На сайте Wildberries угловой диван в стиле лофт сейчас продается со скидкой за 39 989 рублей. Его прежняя цена 61 523 рубля. Ширина 212 см, глубина 160, высота 79. Отлично подойдет для кухни, террасы, беседки, балкона, офиса. Помещений. Каркас дивана изготовлен из натурального дерева карельской сосны, основание ортопедическое, речно-деревянное, ламели. На сайте Озон угловой диван-кровать Атланта Люкс сейчас можно приобрести за 26 999 рублей. Его прежняя цена 35 099 рублей. Размеры 255 на 160 на 86 сантиметров. Материал обивки рогожка, материал наполнения полиуретановая пена, механизм дельфин. Есть выбор цвета белый, темный или светло-серый, а также синий. Если вы планируете использовать диван в роли кровати, он должен раскладываться. Самый знакомый всем россиянам механизм дивана. Диван-книжка – это классика. Из недостатков два человека будут спать впритык, необходимо постоянно отодвигаться от стены. Еврокнижки или клик-клак – всего лишь разновидность диван-книжки. Французская книжка. Чтобы разложить такой диван, необходимо вытянуть на себя сиденье с ножками. Ножки должны быть прочными, иногда они имеют свойство подкашиваться. Выкатной механизм дает больше пространства для сна. Однако такой диван подойдет для большой комнаты. В разложенном состоянии он занимает много места. Аккордеон – разновидность выкатного механизма. Надежен, это самый оптимальный вариант. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.